друзья, мы начинаем наш концерт, который назван «Зеркало в зеркале» по одноименной пьесе Арво. И музыка, которая прозвучит сегодня в программе, она связана одной идеей, именно отражение. Как сказал Хазрат Инаят Хан, «Я не осмеливаюсь помыслить, поднять глаза, чтобы узреть твое лучезарное видение. Я тихо сижу у озера своего сердца, созерцая в нем отражение твоего образа». И в своей книге он пишет о дворце зеркал, что мир, в котором мы живем, это его можно представить как дворец зеркал. И весь ход суфийского метода Хазрат Инаят Хана состоит в том, чтобы сделать фотопластинку ума чистой. Это может быть сделано практикой концентрации. Мысли и воображение рассказывают в уме без упряжки и без поводьев. И если взять их в руки, это будет подобно дрессировщику в цирке, который командует. Работа с мыслями – первый и самый важный урок суфийской работы. Это учит человека создавать мысль и удерживать ее, и изгонять мысль, которая для вас нежелательна. Вы становитесь властелином ваших мыслей, вы тренируете, контролируете, и поэтому вы используете их себе на благо. Я цитирую Хазрат Инаят Хана. Не доказывает ли это существование страны зеркал, живого феномена, потому что зеркала живые? Не только проецирование и отражение имеет место в зеркалах, но и феномен творения. Так что все проецируется, отражается, создается в одно и то же время, материализуясь раньше или позже. Именно в этом суфи находят секрет мастерства. В том, что кроме всех идей о судьбе земных и небесных влияний, есть еще и творческая сила человека, которая работает. В человеке, который более развит, творческая сила, творческая способность его существа задействована на 99%, а 1% механическая часть его существа. И наоборот, именно механическая часть существа человека подвержена обстоятельствам, окружению является беспомощной, тогда как творческая часть существа человека, созидательная, производит феномен. Именно в этом аспекте может быть обнаружена божественная сущность. И вот эти глубокие мысли, они находят претворение в этой музыке, которую мы сегодня услышим. Потому что это в большей степени медитативная музыка, которая направлена на то, чтобы мы повернулись внутрь себя и посмотрели фокус внимания на свой внутренний мир. И открывая сегодняшний концерт, музыка Хазрат Инаят Хана, Invocation, что в переводе значит призыв, для виолончели и тамбура. Сегодня для вас будут играть Анна Багинская, фортепиано, Айгуль Бралинова, сопрано, будет петь, и я, Станислав Ovchinnikov, я буду играть для вас на виолончели. Thank you.
Thank you.
Hidayat Inayat-Khan. Chanson Exotique. Для сопрано, виолончели и фортепиано.
Inayat Khan песни Madzuba для сопрано, виолончели и фортепиано. Thank you.
Inayat Khan. Фрагменты 16 хиндустанских танцев, жертвоприношения, песня зари, пляска пастухов, жалоба Шакунталы, славославие Шивы, песня освобождения. Thank you.
виолончели и фортепиано.